как отвечать на агрессию и делать интересный контент. Об этом рассказали федеральные тренеры на 13-м региональном пиар-саммите. Ну, в этом году университет, Ульяновский государственный опорный вуз нашего региона, впервые принимает такую площадку у себя. В этом году это уже 13-й пиар-саммит проходит. И фактически пиар-специалисты со всей Ульяновской области, работающие в коммерческих структурах, в государственных организациях. Что интересно, участие в этом саммите абсолютно бесплатно, а профильных знаний можно получить в большом количестве. Федеральный медиатренер Василий Черный привез лекцию о трендах и медиапотреблении в соцсетях. И, кстати говоря, чуть-чуть покажу рейтинг, который мы сделали по СМИ ПФО, Приволжского федерального округа, и по СМИ непосредственно Ульяновского. О социальной психологии и моделях поведения тоже не забыли. Влад Титов поделился сакральными знаниями о защите от негатива в соцсетях. Никакой мистики, просто при работе с информацией необходимо сохранять спокойствие и грамотно отвечать на провокации. Зависит от соотношения сил, насколько этот человек известен, который что-то пишет. Если это там какая-то мелкая сошка, можно просто не обращать внимания. Если это аргументированные выступления, то надо оперативно, пресс-служба должна готовить аргументированные ответы. От мастер-классов и презентаций перешли к самой волнительной части мероприятия – церемонии награждения. Лучшие пресс-секретари и пиарщики получили благодарственные письма. Работу издательского дома «Ульяновская правда» по вопросу перехода на цифровое вещание также оценили по достоинству. Информационный портал «Правда.ру» занял первую позицию среди самых популярных СМИ в Ульяновске и Приволжском федеральном округе. Виктория Чуркова, Руслан Баталов, новости «Правда ТВ».